M1 Global presents. Уважаемые телезрители, к нам присоединился наш коллега Тимур Кукурхоев. Тимур, тебе слово. Спасибо, конечно, но я Кулбужев, ничего страшного, Тимур Кулбужев. Добрый день, уважаемые телезрители, мы продолжаем наше вещание. Второй бой в рамках турнира М1 Challenge, получает М1, дорога в М1, битва на здрании. И бой, следующий бой весовой категории 65,8 килограмм. Мы видим два спортсмена, один из республики Дагестан и республики Ингушетия. Это Хасан Берсанов. И, как видите, второй бой тоже очень начинается активно. Пока идет разведочная такая, можно сказать, разведочный бой, проверяют друг друга спортсмены, прощупывают слабые места. Пытался пронести Хасан удар, но не получается. И Магомед Джамил переводит в парты своего соперника. И мы видим, такая напряженная ситуация сейчас. Пытается захватить Хасан, чтобы не дать работать Магомед Джамилю. Ну и тут пропускает Хасан один мощный удар. И добивает Хасан, да, Магомед Джамил удара. Добивает своего соперника. Но Хасан выходит из этого положения. И сейчас, скорее всего, будет удушающий. Пытается провести Магомед Джамил удушающий. Но Хасан выкручивается из этого положения. Молодец. Да, ничего, такая ситуация была, что ощущение, что Магомед Джамиль все-таки закончит этот бой досрочно, но нет. Хасан ловко увернулся с этого. И сейчас пытается провести треугольник. Еще раз Магомед Джамиль, но... Да, сдается Хасан Берсанов, и в этом бою побеждает Магомед Джамил Абдурахманов, Республика Дагестан. Очень обидно, я скажу, коллега. Удушающим приемом в этом поединке победу одержал боец в синем углу рейджа Магомед Джалил Абдурахманов, Республика Дагестан.